Привет, студент! Сегодня воскресенье, значит, время подводить итоги недели. 100 архитекторов, дизайнеров, урбанистов приняли участие на Всероссийском архитектурном фестивале «Артбухта преломления». Наша команда Иркутского политеха «Футурум» получила гран-при за гигантский арт-объект из рыболовных сетей. Практическое занятие для будущих химиков и экологов, знакомство с мерами очистки воды и многое другое. 14 марта в Иркутском политехе провели День менделеевцев для учащихся 8-10 классов лицея номер 1 Усолья Сибирского. В образовательную программу включили экскурсию по лабораториям, мастер-классы, библиоквиз и знакомство с минералогическим музеем. 11 марта в Усть-Илимске состоялся областной чемпионат по хоккею с мячом. Хоккеисты Иркутского политеха одержали победу над командой «Лесохимик» со счетом 3-2. Молодцы, ребята, так держать! И снова победа! В Иркутске 4 марта прошли межвузовские соревнования по армрестлингу. Первое место присудили команде Иркутского политеха. Свои силовые навыки продемонстрировали 12 студентов ИРНИТУ. И вы обязательно участвуйте в спортивных мероприятиях. Он проводил свои семинары в Калифорнии, Эстонии, а сейчас своими знаниями делится с нашими студентами. Преподаватель Байкальского института БРИКС Джейсон Кранбах-Ванбум рассказал политеховцам о семиотическом анализе текстов. Лекция состоялась 13 марта в рамках научного дискуссионного клуба на английском языке.